Эй, на связи Виталий Старк, это новая серия на проекте Black Russia. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. Сегодня мы с вами посмотрим, что будет, если задонатить в игру 105 рублей. То есть у вас есть 105 рублей. Потому что все другие снимают большие суммы, а я снимать буду маленькие суммы. Потому что деньги легко не достаются, и не у всех они есть. Ну, грубо говоря, у нас есть 105 рублей. Мы играем в Black Russia, зашли в игру, и что нам делать? Сейчас я вам покажу. Я желаю вам приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Мы появляемся на вокзале. Давайте сделаем вид, что меня просто-напросто крашнуло. Что случилось? Делаем вид, что у нас 0 денег, 0 доната. Я тебе, если что, буду записывать. Ну или где-нибудь снизу буду маленьким текстом писать, сколько у меня денег. Ну или рядом с деньгами, точно. Вот, у нас всего по нулям. 0 доната, 0 денег. Всего у нас есть с вами в электронном кошельке, да, грубо говоря, 105 рублей. Что мы с этим делаем? Во-первых, сразу вам говорю, ждем... Пятница, суббота, воскресенье, когда действует акция X2, то есть X2 опыт, X2 денежки. То есть мы, грубо говоря, в пятницу, субботу или воскресенье кладем на Black Russia 105 рублей. Тем самым получаем 210 рублей доната, 210 Black Coins. Это уже... круто, то есть было 105 рублей, а мы задонатили, грубо говоря, 210. Ага, сейчас будем думать, что с ними делать. Игра нам очень нравится, ну и развиваться хочется побыстрее. Ну, не быть бомжонком, да? Но работать-то по-любому придется, ребята, пока будем другие денежки копить, да, чтобы стать еще быстрее, богаче. Так вот, самое, что я могу вам предложить, это зайти в донат. Во-первых, донат. И здесь посмотреть акции и спецпредложения. Здесь можно купить уже ВАЗ. Но, опять же, ребята, вот этот ВАЗ у нас сейчас со скидкой. Можно. Но у нас есть сумма 210 рублей, которую мы оставим. Я вам покажу для чего. Потому что они нам пригодятся. Для чего, сейчас вы увидите. Аксессуары дороже, у нас нету возможности их купить. Допустим, ту же випку мы с помощью промокода #Stark ее получим. И, в принципе, не надо ее покупать на начале игры. Далее, скины тоже дорогие. Транспорт тоже дорогой, даже вот, ну, допустим, взять эконом, да, здесь можно как бы взять машинку, которую можно перепродать, вот даже за 210 Black Coins есть, Toyota Mark 2, но сразу, ребята, никогда не спешите все покупать. Для начала нам нужно отправиться в автосалон, чтобы посмотреть ее стоимость там. Видим, что Toyota Mark 2 стоит 420 тысяч рублей. То есть стоковая 420 тысяч рублей в салоне. Сразу же после этого заходим в донат и смотрим здесь. Она стоит 210 Black Coin. В принципе, Toyota Mark 2... на другие цвета у нас нету денег. Мы ее... покупаем сейчас и едем перепродавать для того, чтобы заработать денег. То есть мы вложили 105 рублей, грубо говоря, купили машину за 400 с лишним тысяч рублей. Это неплохой старт. По сути дела, на счету у нас 0-0. Но, понятное дело, что у вас будет не 0, так как нам нужно, чтобы продавать машинки, нам нужно уровень получить. А уровень вы получите, пройдя все квесты. Я не буду проходить квесты, я вам просто покажу, что сделать, если вы, допустим, задонатите 105 рублей. Сейчас мы направляемся в автосалон БУ машин, авторынок, на вот этом вот марке. Смотрите, я вам покажу разницу. То есть в гос слить эту машину можно за 210 тысяч рублей.
так как у нас было 210 блэккоинов, мы бы спокойно могли их перевести также в 210 тысяч. Но мы не стали переводить эти деньги, блэккоины в деньги, потому что на этом стоковом марке мы сделаем больше себе денег и заработаем на перекупстве. Я особо не перекуп, но немножечко понимаю то, что марк стоит 400 тысяч в салоне. И если мы продадим его чуть-чуть подороже, из него люди сделают конфетку и продают его еще дороже. Ждем покупателя. Опа, опа! Смотрите, 300. Заберу. Отлично. Здравствуйте, Вадим. Вы меня слышите, Вадим? Вадим. Вадим, вы меня слышите? Давайте отъедем. Я не какой-нибудь скамер, просто отъедем, где поменьше людей, чтобы с вами пообщаться. Отлично, у нас покупатель есть. Вадим, вот смотрите, грубо говоря, вот только честно, вот вы у меня сейчас купите эту машину за 300 тысяч. Вы можете в нее немножко вложить и продать ее дороже, верно? Вы же сможете это сделать? Я просто не разбираюсь в перекупстве, но это возможно, да, сделать? Она полностью новая, на ней 1 километр. Госцена у нее в автосалоне 400 тысяч. То есть вы сделаете из нее конфетку, Вадим, и перепродадите, верно? То есть вот, ребят, вот она, перекупство. Люди грамотные понимают, что и как. Да, но не продам для себя. Во, как, даже для себя. Супер. Я понял. Так, продаем тогда вам. Sell my car 523 300 тысяч. Так, ой-ой-ой. 300-000. Перепроверяйте, ребята, пожалуйста. 300, я в микрофон не выключил. Так, вот, 300 тысяч. Перепроверьте, все верно? 300 тысяч, комиссия 3000 рублей. Да, все верно. Так, вот, все. Спасибо большое, ваша машина. Вот, посмотрите, что я не вру. Посмотрите сейчас, пожалуйста, что она новая. Посмотрите ПТС от машины. То есть я не соврал, она новая. Она вся новая, вся полностью новая. То есть из нее можно сделать конфетку и, грубо говоря, продать дороже или оставить себе дрифтить на нем. Но запомните, марк это столбы. Итак, ребята, сейчас мы заработали 297 тысяч. А могли, грубо говоря, 210 блэккоинов перевести только в 210 тысяч. То есть, грубо говоря, мы с вами на 87 тысяч сейчас в окупе. Со 105 рублей, ребята. Это на самом деле топ. Что? У нас есть 297 тысяч. Можно продолжить дальше покупать машинка. Либо мы хотим стать немножечко покрасивее. Для этого сейчас мы отправимся в магазин одежды. Чтобы не быть какими-то чушпанами или скорлупой, нам нужно выбрать более-менее подходящий скин. То есть то, что мы уже, грубо говоря, не бомжи. У нас 297 тысяч. Сейчас мы выбираем скин, который нам по душе. Понятное дело, прям пипец дорогой мы покупать не будем, потому что денежки пригодятся нам на дальнейшее развитие. Но, так как у нас было 210 блэккоинов, которые мы могли в 210 тысяч перевести, а мы в плюсе на 87 тысяч, в принципе 80 тысяч у нас халявные. Для того, чтобы купить какой-нибудь костюмчик, который будет уже более-менее подходить нашему образу, и мы не будем, грубо говоря, скорлупой или чушпанами. Сейчас мы покупаем этот костюм, он мне очень понравился, и у нас остается с вами 228 750. Мы надеваем наш костюм, у нас, грубо говоря, ничего нету, да, одеваем костюм, и мы уже с вами как такие бандюганы, и ни в коем случае уже не бомжата. Это огромный-огромный плюс. Теперь у нас есть деньги для того, чтобы купить себе какой-нибудь поджопник на первое время.
И да, ребят, самое главное, когда вы зайдете в игру, не забудьте, пожалуйста, для начала пройти квесты, как можно больше вы сможете, да? Вы тем более еще плюс там заработаете денег. И он вам даже подгонит телефончик, понимаете? Сделает вам квестовое задание и покажет, что да как делать. И вы заработаете и деньжат, и уровень апните для того, чтобы уже продавать машинки. Ну а нас подвезли в автосалон подержанных машин, ну и нам нужен низкий класс. Главное, чтобы нас не обманули здесь. Можно спокойненько найти какой-нибудь поджопник, на котором мы будем, допустим, добираться от нашей семьи до какой-нибудь работы, на которой мы будем дальше продолжать зарабатывать деньжата. Допустим, пятнашки, это многие покупают пятнашки, видите, 160к торг. Ну вот, смотрите, госстоимость у нее 210 тысяч. Вот, смотрите, я просто сейчас нашел человека, который мне продаст машину. Он сказал, край цена 120 тысяч отдам. Я говорю, можно 110? Он говорит, да, для перекупа, да, типа, не жалко, все равно сливаю, типа, пофигу. Все, он мне предложение кидает. За 100 тысяч он мне отдает. Просто за 100 тысяч, ребят. Стоимость продажи государства будет 105 тысяч. Скорее всего, он просто не палится, что он меня знает. Мы ее покупаем. Можно найти, можно дешево найти. Мы купили. Спасибо большое, Луфи. Я вам пожму руку. Мне машина эта пригодится для того, чтобы ездить на работу. Спасибо. Но я думаю, что он на самом деле меня знает, из-за этого скинул. Но первый раз, когда я к нему подбежал, можете до низкого подвести. Да, садитесь, конечно, садитесь. То есть первый раз, когда он ко мне подбежал, точнее я к нему подбежал, он говорил, что-то 160 тысяч продает, да? Потом я спросил у него, сколько край... данный человек сказал, с край вот 120 тысяч, то есть она стоковая, за 120 отдам. То есть получается, мы ее спокойно даже можем сейчас перепродать, и мы будем в плюсе. Либо оставить просто-напросто эту машину себе. Эй, что случилось? Вот смотрите, пока мы везем человека, да, у нас осталось после покупки 128 750. То есть сейчас, грубо говоря, мы человека отвезем до низкого и спокойно можем эту машину перепродать тысяч за 150, 140 и уже быть в плюсе. Потом найти что-то подешевле и начать перепродавать. И тем самым начать новый заработок. Это круто. Вот честное слово, просто подфартило. Ну, нет, он меня не знает. Он сейчас писал Виталий Старка, это видос. Он вообще просто молчит. Так, тормозим. Это вообще супер, мне просто повезло. Спасибо. Мне просто-напросто повезло с этим человеком. А где заезд-то? Я перепутал, что ли? Вот, блин, переехал. Ну, давайте мы его до места довезем, а то некрасиво будет. Ну да, и все, он дальше побежал, скорее всего, тачку загружать. То есть вообще мне повезло, просто повезло. Он меня, значит, не знает вообще. Он сказал, не жалко для перекупа. Он думал, что я перекуп. Когда я являюсь куратором администрации. Но хочу вам показать, как можно стартануть на Black Rush очень быстро. Тем более, введя мой промокод хэштег Stark, это вам еще облегчит. У вас будет випка, и вы можете найти офигенного продавца машины по низкой цене там. Вот, на заметку. И скин там будет, кстати. Ну, короче, нормально, разобьетесь. Нашел покупателя за 140 тысяч рублей, Кент Гамбина. Сейчас мы ему продаем эту машинку, Sell My Car, 315, 140, 30. Все, предложили ему купить, ВАЗ-21, 15, сток, также ему на перепродажу, когда он ее подделает. Просто у меня на это времени нету. Спасибо за покупку. А он полез еще в багажник, смотрите, он в багажник там полез проверять, а там ничего не было, эта машина стоковая. То есть плюс к нам упал в кармашек. Сейчас мы найдем теперь себе поджопник и поедем зарабатывать с деньгами. Плюс сейчас еще мы поедем в магаз аксессуаров и уже будем спокойно зарабатывать. И там уже мы можем найти девчонок, семью, что мы не бомжунки, и уже
На мази у нас все. Так, в принципе, у нас есть скин и 267 тысяч в кармане. 267 тысяч 350 даже. Неплохо, неплохо. Вон, смотрите, пятнашку продают, 160 торг. А я ее купил вообще за 100. Ну-ка, сейчас. 110. Может, получится? Нет. Пожалуйста. Чё нет-то? Чувак все говорит, я беру за 180. Представляете, эту семерку? Я говорю, давай я возьму. А я первый попросил у него, типа, беру. Он говорит, я беру за 180. Короче, здесь прошивка спорт есть, в принципе. Что еще? Заниженная такая тонировка, плюс еще стробоскопы. Выйдики. Смотри, смотри, оскорбляет. А он хотел за 180 даже просто забрать. Но я первый к нему подошел, и я думаю, что тачка такая оперская, просто семерочка нам подойдет. И я думаю, на спортике. Ну, чисто такая, еще ее затонировать, и она вообще пушечка будет. Видите, говорит, сейчас последний раз по хасаню на ней. Да в ней силы не хватает, чтобы на ней хасанить. Хотя, блин, что-то едет, смотрите. Опа, опа. Просто семерочка такая пацанская. Воу-в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 оу. Так, мне кинули предложение за 175. Стоимость продажи государства будет 175 тысяч, получается. То есть 75 плюс 75, это 150, грубо говоря, да, двойная. Чуть дороже. Но здесь спорт стоит. Ну, давайте, давайте, покупаем. Из нее можно сделать конфетку, в принципе. Пробег не особо большой. Все, я потратил 175 тысяч. У меня теперь бюджет остался поменьше, но зато мы с машинкой. Просто на своей турбопушечке мы подъезжаем сюда. Нет, не сюда. Нам нужен магазин аксессуаров. То есть у нас деньжата есть, да. Либо вы можете их, конечно, оставить. Либо же, конечно, пойти и выбрать себе что-нибудь из аксессуаров. Что-нибудь подешевле есть? Нифига себе здесь цены. У меня бюджет 90 тысяч, как бы. Дайте мне что-нибудь то, что... я могу себе позволить, а не вот эти всякие Луи Виттоны. Кепочки здесь есть прикольные. Вот кепочку что-нибудь можно надеть. Ну, чисто бандюган такой. Смотрите, бандана есть за 50 тысяч. Мы покупаем. И у нас остаются еще как бы деньжата там на бензинчик. Чтобы долететь до работы, заходим в инвентарь. Вводим, где наша бандана. Ну и вот, что мы с вами сделали за 105 рублей настоящих. То есть скин, грубо говоря, такой бандюган, такая вот пацанская семера, на которой можно хасанить со спортом, блин, с нитро. То есть спокойно, у меня еще осталось 42 350 для того, чтобы просто-напросто сейчас поехать там бензинчик залить, да, заработать еще деньжат и уже развиваться. То есть ты уже к семье какой-нибудь подъедешь там, к ним вступишь, припаркуешь тачку, поджопник у тебя есть и будешь развиваться. Причем ничего себе, она такая бодренькая, ё-моё. Ну реально бодренькая для семерочки, прям оп-оп-оп. Неплохо, еще и стробоскопы. То есть еще потом дороже можно ее продать и получить деньжата. Ну вот, в принципе, я не перекуп, я просто показываю, что бы сделал я за 105 рублей. А вы можете написать свои предположения, что сделали бы вы. На связи был я, Виталий Старк, подписывайся на мой канал, пишите комментарии. И надеюсь, что завтра мы с вами увидимся. Все зависит от вашей активности. Лайк, с меня видос. Спасибо.